Всем привет, вы на моем Roblox канале. В этом видео вы узнаете, как получить 8 новых бесплатных вещей в Роблоксе для вашего персонажа. Так вот, ребята, перед началом моего нового видео не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, если вы хотите узнавать о новых промокодах и о бесплатных вещах в Роблоксе. Также поставьте лайк под это видео, ведь вам не трудно, мне будет очень приятно. Что ж, давайте переходить к теме видео. И вот я уже пришла на ту локацию, на которой мы будем получать целых 8 бесплатных вещей. Получить их очень-очень просто, нужно для начала просто зайти на эту локацию. Вам сразу же дадут бейджик, с помощью которого вы получаете 8 бесплатных вещей вам в гардероб. Поэтому ссылочку на эту игру я оставлю в описании. Обязательно заходите и получайте себе эти 8 бесплатных вещей. Ну а что ж, давайте расскажу, с чем вообще связаны эти бесплатные вещи. Они связаны с новым ивентом, который называется метавселенная. С помощью него мы сможем получить не только эти 8 бесплатных вещей, а также куча других различных вещей, которые будут добавляться постепенно, и о всех этих вещах я, конечно же, буду снимать. Поэтому ставьте колокольчик на канале и подписывайтесь, чтобы не пропускать видео с этими самыми бесплатными вещами. Так вот, сейчас я пришла на главную локацию этого ивента. Давайте я вам расскажу пока самую основную информацию о этом ивенте. Например, в этом ивенте есть 4 персонажа, с помощью которого мы сможем получать бесплатные вещи. У каждого персонажа есть свой цвет и свои 4 сундука. Так вот, на протяжении месяца, то есть 4 недель, мы должны будем получать все-все-все эти сундуки. Так вот, после того, как мы соберем 4 сундука одного цвета, то есть для одного персонажа, так вот, в конце месяца мы сможем обменять его на одного персонажа. Также бейджики разных цветов, то есть разных персонажей, будут давать нам очки. И, в общем, чья команда больше соберет очков, те получат, конечно же, еще и дополнительный приз. Вот это вся основная информация, которую вы должны знать. Давайте пока посмотрим вот эту крутую локацию. Мне кажется, она очень такая крутая. Вот тут мы можем собирать сундучки и смотреть. Смотрите, мне дали еще какой-то бейджик. Так вот, давайте соберем еще один сундучок, давайте к нему подойдем. Но теперь я уже не могу никак его, получается, собрать. Давайте вообще посмотрим, кто раздает эти сундучки. Давайте посмотрим, от кого они отлетают. Вот, отлетают от кого-то вот такого человечка. Так, он еще что-то пишет, но давайте посмотрим, тут столько много народу. В этой игре очень много достаточно. Человек играет, и все сейчас собирают эти сундучки и получают бесплатные вещи с бейджиками. Тут еще есть вот такие вот прикольные платформы, на которые встаешь, они тебя подбрасывают вверх. Тут есть вот такие порталы, я не знаю, куда они ведут, наверное, в какие-то игры. Надо будет потом проверить и зайти. Кстати, все эти 4 цвета ассоциируются с каждым персонажем. Вот здесь должна быть девочка, здесь тоже персонаж, и здесь. Это все как бы их цвета, и получается к ним порталы. Поэтому, ребят, заходите по ссылочке в описании на эту игру и тоже получайте себе эти крутые бесплатные вещи. Давайте зайдем в гардероб и посмотрим, что же мы получили. Для начала это вот такой вот сундучок. Давайте его оденем, посмотрим, где он будет у нас. Он у нас получается на голове. Смотрите, как это смешно выглядит. Ну а давайте теперь перемерим костюмчики. Давайте для начала оденем вот такой вот зеленый костюм. Посмотрим, как он на мне будет выглядеть. Посмотрите, какая я теперь воинственная стала. Это, кстати, очень прикольный костюмчик. Мне он очень понравился. Что ж, давайте одевать вот такой вот розовенький костюмчик второй девочки из персонажей. Ее цвет, кстати, розовый. Вы сами это можете заметить. У меня, кстати, этот костюмчик хорошо подходит к этим цветочкам, поэтому я бы себе даже его оставила. Теперь давайте примерим еще один новый костюм. Так, давайте посмотрим, где здесь, к чему, вот. Вот этот костюмчик, давайте его приоденем и посмотрим, как он будет у нас выглядеть. Ой, смотрите, какой яркий и очень крутой костюм, он такой весь неоновый. Поэтому, если вам такие нравятся, то обязательно заходите в эту игру и получайте эти костюмчики. Давайте оденем еще один костюм, который у нас остался. Вот такой вот боевой костюмчик у нас теперь есть. Ну что ж, мне все эти костюмы очень понравились. Но больше всего мне, наверное, понравился либо вот этот розовенький костюм, либо вот такой вот неоновый костюмчик, потому что он выглядит достаточно необычно, мне кажется, он мне очень подходит. На этом наше видео подходит к концу. Всем спасибо, что его посмотрели. Чтобы не пропускать новые видео с бесплатными вещами, которые выйдут совсем скоро, обязательно ставьте колокольчик на канале и подписывайтесь, чтобы их не пропустить. Поставьте лайкусик под это видео, ведь вам не трудно, мне будет очень приятно. Можете также написать в комментариях, получилось ли у вас собрать эти самые бесплатные вещи. Я вам всем желаю хорошего денечка и до встречи в новом видео. Всем пока!